Доброе утро! Сегодня мы продолжаем новый совместный проект телеканала «Белгород-24» и кафе «Кукурузник. Завтрак с шефом». Каждую пятницу мы будем приглашать известных нашей области людей. Я буду готовить завтрак на скорую руку, а гости повторять за мной. Что из этого получится, вы можете узнать уже скоро. Доброе утро! Сегодня у нас в гостях руководитель и хореограф студии The First Crew Егор Титаренко. Доброе утро, Егор. Доброе утро всем. Сегодня я предлагаю нам в качестве завтрака приготовить салат. Салат с семгой и творожным сыром. Отлично. Что, приступим? Конечно. Очень важен завтрак с утра. Для приготовления нам потребуется смесь салата, авокадо, лимон, семга, сыр творожный, помидор черри, для заправки оливковое масло и горчица зернистая. Начнем мы с приготовления заправки. Для этого мы берем масло оливковое, наливаем масло. Чуть-чуть, да? Да. Далее добавляем зернистую горчицу. Она не сильно острая? Нет. Есть. Далее мы выдавливаем лимон, ну не полностью, достаточно. И теперь нам необходимо это все перемешать в однородную консистенцию. Угу. Что для вас значит танец? Я не представляю свою жизнь без танцев. Вот. Я давно уже понял, что именно это доставляет удовольствие мне большое в жизни. И я хочу заниматься этим постоянно и всегда. Поэтому танцы для меня это больше, чем просто слово. Это цель моего существования в этом мире, я думаю. Продолжим далее. Берем салат, смесь салата. Да. А с чем? Это руккола и радича, смесь салата. Теперь пополам добавляем к нашему салату. У вашей команды 500 побед, в том числе и на мировом уровне. Какие планы у вас в дальнейшем? В дальнейшем сейчас у нас в планах гастроли по России. У нас несколько городов впереди. И также сам проект «Танцуют все», где мы сейчас были. Так, теперь в наш салат мы добавляем авокадо. Угу. Прям вот вон туда? Да. Вот так вот, без кожуры. Да. Небольшими пластинами. «Танцуют все». Участие в проекте сделало вас известным на всю страну. Угу. Тяжело вам было? Конечно, было неожиданно соревноваться с русскими народными, бальными, балетными коллективами, с которыми мы никогда не встречались ранее. Но, тем не менее, мы понимаем то, что танцы, какие бы они ни были, все равно остаются движением под музыку. Поэтому, что бы мы ни танцевали, мы чувствовали себя уверенно. Авокадо достаточно. Теперь нам необходимо приступить к оформлению нашего салата. Берем заправку и немного заправляем салат, не полностью, буквально пару ложечек. Перемешиваем салат и выкладываем на тарелку. Вы участвовали в соревнованиях. Не обидно ли вам, что вы не заняли призового места? Сама победа именно в финале для нас была очень важна. Если бы финал, допустим, был на следующий день, выиграла бы уже какая-нибудь другая команда. То есть, в принципе, все это судейство, это всегда субъективный фактор. Поэтому мы делаем то, что нам нравится, и идем дальше. Для нас это был огромный опыт, и мы его применим. Так что, если соревнования еще будут, то мы еще покажем себя. Я думаю, у вас все впереди. Да. Что, далее мы оформляем семгой. Пинцетом выкладываем семгу произвольно. Очень красиво. Нам необходимо сейчас сформовать сыр двумя ложками. Берем сыр. И нам необходимо его сформовать при помощи вот двух ложечек. Получаются у нас своеобразного рода кнедлики. И мы их выкладываем на наш салат. А на что должно быть похоже? Должна быть похожа на горочку. У вас неплохо получается. Да. Далее мы декорируем наш салат нашей заправкой. Берем заправку. Угу. Немножко перемешиваем. И слегка декорируем наш салат. Это какое-то специальное масло? Масло оливковое. Угу. Наш салат готов. Егор, а где можно увидеть вас? Концерты ваши где-то проходят? После проекта мы решили наконец показать белгородцам всем те номера, из-за которых нас взяли на этот проект. Я думаю, зрители будут очень сильно удивим. И они помнить будут об этом концерте еще очень долго. 4 июня, ДК «Энергомаш». Да.
Хорошо, обязательно придем. Итак. Всех ждем. Попробуем наш салат. Что у нас получилось? Как вам? Обалденно. А где вы находитесь? Где можно к вам прийти попробовать ваше блюдо? Мы находимся в ресторане «Пикник Парк». «Пикник Парк» Соломина. Угу. Также мы находимся в кафе «Кукурузник». Приходите к нам, будем ждать вас. Обязательно. Всей командой придем. Заказывайте банкеты, фуршеты. Также у нас есть выездные обслуживания. То есть, если вам необходимо по какому-либо празднику фуршет, обращайтесь, мы вам поможем. Спасибо большое, что посетили нас, пришли к нам. Не за что. Спасибо, что пригласили. Было очень вкусно. Всем до свидания. Ждем вас на нашем концерте. Передача «Завтрак шефом» подошла к концу. Я благодарю вас за внимание. Напоминаю, что выходить в эфир мы будем каждую пятницу. А победителем нашего розыгрыша стала Диана Бабаскина. Именно для нее я приготовлю эксклюзивный десерт. Я с вами прощаюсь. До следующей пятницы. Новая неделя и новое блюдо.